Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу рассказать вам о подводной лодке К-162 «Золотой рыбки». К-162 быстрее всех, говорили моряки о сверхскоростной атомной подводной лодке. Конструкторам, работавшим над созданием военной техники в СССР, нередко удавалось создавать образцы, опережавшие мировой уровень. Однако по причинам тотальной секретности о военно-технических рекордах, тогда мало кто знал. 7 рекордов подводной лодки К-162. Скорость. 18 декабря 1970 года советская атомная многоцелевая подводная лодка проекта 661 «Анчар» К-162 достигла под водой скорости 44,7 узла, что соответствует по сухопутным меркам 82,78 км в час. Ни до, ни после такой огромной скорости подводные крейсера не показывали. Решение о проектировании этой субмарины было принято в 1959 году. В западноевропейской части страны были убраны еще не все руины прошедшей войны, даже в крупных городах гужевой транспорт был делом обычным, а на стапелях закладывалась титановая атомная подводная лодка, первая титановая в мире. Для этой лодки создавались специальные противокорабельные ракеты, аметист с подводным стартом, строились особо мощные ядерные реакторы. Многое в новой субмарине было реализовано не только впервые в СССР, но и впервые в мире. Введение в строй К-162, без преувеличения, можно сравнить с запуском первого человека в космос. Стоимость. Не так уж и давно была озвучена стоимость проектирования и строительства проекта 661-го – 240 миллионов рублей. По тогдашнему официальному курсу – чуть больше 200 миллионов долларов. Сущие копейки, если учесть, что сейчас атомные субмарины обходятся в миллиард долларов. 50 лет назад и 200 миллионов было дорого. И «Анчар» назвали «золотой рыбкой». Хотя можно сказать, сказочное имя означало «золотая рыбка» способна выполнить любое желание своей команды. Возможности. Для этой субмарины задач невыполнимых поистине не существовало. Она могла догнать и преследовать любой военный корабль, а при необходимости его уничтожить. С 25 сентября по 4 декабря 1971 года К-162 совершила дальний поход в Атлантику. Во время этого похода советская субмарина буквально приклеилась к авианосцу США «Саратога». Несмотря на то, что американский корабль развивал и долгое время удерживал скорость 30 узлов, оторваться он так и не смог. Как вспоминал тогдашний командир АПЛ Юрий Голубков, он ощутил реальную возможность занять любую нужную позицию относительно авианосца и уничтожить его первым залпом. Был случай, когда К-162 отрабатывала учебные задачи в Баренцевом море, почти там же, где десятилетия спустя погиб Курск. Экипаж лодки зафиксировал, что ее преследует чужая субмарина. Благодаря высокой скорости и маневренным характеристикам, К-162 сама вышла в хвост вражеской подлодки и держала ее под прицелом, пока та не скрылась в нейтральных водах. Характеристики. Основные характеристики К-162. Наибольшая длина – 106,9 метра, наибольшая ширина по стабилизаторам – 16,7 метра, нормальное водоизмещение – 5200 тонн, скорость длительного полного подводного хода – 37-38 узлов, глубина погружения – предельная – 550 метров, автономность – 70 суток, экипаж – 82 человека, вооружение – 10 ПУ ракет П-120 «Аметист» размещены в носовой части подводной лодки побортно, вне прочного корпуса наклона к горизонту, 4 торпедных аппарата калибра 533 мм при общем количестве принимаемых торпед 12, из них 8 запасных. Торпедные аппараты обеспечивали беспузырную стрельбу торпедами с глубин погружения подводной лодки до 200 метров. Уникальность. «Золотая рыбка» так и осталась единственной в своем роде. И не только потому, что была слишком дорогой, многие ее тактико-технические характеристики перестали отвечать требованиям времени. Но на ней отработали очень многие ноу-хау, которые потом в значительно улучшенном виде удалось реализовать на других проектах атомных субмарин, многоцелевых и стратегических. В конце 1970-х годов в строй ВМФ вошли, наверное, самые уникальные из серийных атомных подлодок в мире.
это многоцелевые субмарины проекта 705 Лира по классификации НАТО Альфа. Лодки отличались малыми размерами, очень высокой степенью автоматизации, были сверхманевренными и сверхскоростными. Подводная скорость равнялась 41 узлу, что ненамного уступало рекордной, показанной лодкой проекта «Анчар». По мнению западных специалистов-подводников, увернуться от атаки «Лиры» было практически невозможно, а ее саму поразить было чрезвычайно трудно даже управляемыми торпедами, маневренность «Лир» была выше, и лодка легко уходила от выпущенных по ней торпед. К сожалению, и эти прекрасные лодки развития не получили, и в 1990-е годы были полностью списаны из состава подводных сил ВМФ. В мае 1983 года в Северодвинске спустили на воду глубоководную атомную подводную лодку проекта 685 «Плавник К-278». Она вошла в историю под именем «Комсомолец» как лодка, погибшая из-за пожара на борту. К-162 тоже осталась единственной в своем роде. На ней так и не удалось толком отработать технические новинки, многие из которых были революционными. Она слишком мало находилась в строю, а в 1990-е годы подводный флот России едва не прекратил свое существование. Тем не менее, два рекорда К-162 остались непревзойденными. Глубина. 4 августа 1985 года «Комсомолец» погрузился на глубину 1027 метров. Это абсолютный рекорд для подводных лодок. При всплытии на глубине 800 метров был произведен торпедный залп. Никогда еще с такой глубины торпедами не стреляли. Была подтверждена неуязвимость проекта К-162. На глубине 800 метров эту субмарину можно поразить только ядерным зарядом, а она могла ударить торпедой по любому надводному и подводному кораблю. Увы, как казалось, непотопляемая титановая подводная лодка затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море после пожара, случившегося на борту по так и не выясненной причине. Неповторимая акула. В конце 1970-х в состав ВМФ СССР стали вводить атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 941 «Акула». Это были самые большие подводные лодки в мире. Подводное водоизмещение равнялось 48 тысяч тонн. Для сравнения, американская «Огайо» имела подводное водоизмещение 18,7 тысячи тонн. Акулы оказались также единственными в мире лодками катамаранного типа, они имели два независимых друг от друга прочных корпуса, между которыми находились пусковые установки. Такая конструкция значительно повышала живучесть подводного крейсера. Однако это не спасло проект 941. После развала СССР, по требованию США, все крейсера были разоружены, их стратегические ракеты физически уничтожены, технология производства и технологические линии были также ликвидированы. В настоящее время идет утилизация корпусов, еще оставшихся на плаву гигантских субмарин, очень ярких символов мощи стратегического подводного флота СССР. История службы. 27 января 1965 года. Вторично зачислено в списке кораблей ВМФ, как КРПЛ К-162. Осень 1965 года. Сформирован первый экипаж. 31 декабря 1969 года. Вступила в строй. 9 января 1970 года. Вошла в состав Краснознаменного Северного флота. 14 декабря 1970 года. Прибыла к постоянному месту базирования в Западную Лицу. 18 декабря 1970 года. Состоялись испытания, в ходе которых был установлен мировой рекорд скорости под водой. Председатель комиссии государственной приемки контр-адмирал Владимир Петрович Маслов, главный конструктор Николай Федосеевич Шульженко и ответственный сдатчик Кузьма Михайлович Палкин согласовали маневр, развитие максимально возможного хода. Но для этого пришлось заблокировать аварийную защиту турбин и перейти на ручное управление главным турбозубчатым агрегатом, ГТЗА. На пост управления турбинами заступил инженер-изготовитель турбин Кировского завода Александр Скворцов. При мощности реакторов 97% была достигнута скорость 44,7 узла, 82,78 км в час на глубине погружения, 100 метров. 29 декабря 1970 года. Зачислено в состав 11-й ДПЛ-1 ФЛПЛ КСФ с базированием на Западную Лицу.
30 марта 1971 года. Кораблю была поставлена задача выйти на мотовскую мерную линию и зафиксировать максимальную скорость не только по собственным, корабельным, приборам, но и по наблюдению гидрографических судов. Это событие должно было состояться в день и час открытия 24-го съезда КПСС, в адрес которого предполагалось отправить с моря донесение о мировом рекорде скорости. К сожалению, из-за штормовой погоды гидрографические суда не смогли выйти в море. А когда шторм утих, решение о донесении в адрес съезда было отменено. Старший на борту, председатель комиссии опытной эксплуатации, заместитель командира 11-й ДПЛ, капитан первого ранга Эрнест Бульон, разрешил развить ход при 100% мощности реакторов. Был сделан и два галса, достигнута скорость 44,85 узла, 83,6 км в час, а на третьем галсе не справились с управлением турбинами. Старший на борту принял решение прекратить рискованный режим движения. Таким образом, в официальных документах остался мировой рекорд скорости подводного плавания 44,7 узла. 25 сентября, 4 декабря 1971 года. Совершила дальний поход на полную автономность в Атлантический океан от Гренландского моря до Бразильской впадины, где продемонстрировала высокие скоростные качества, преследуя ударный авианосец США «Саратога». Во время похода на борту находилось 129 человек вместо 83 по штату. За 2,5 месяца лодка всплывала на поверхность всего один раз. 24 октября 1972 года, 6 января 1975 года. Находилась в среднем ремонте на заводе «Севмаш» в Северодвинске. 15 января 1978 года. Присвоен новый тактический номер К-222. Июнь 1984 года. Перечислена в состав 50-й ДПЛ 9-й ЭПЛ с базированием на Урагубу, поселок Видяево. Декабрь 1984 года. Выведена из эксплуатации. Поставлена на прикол в Северодвинске. 14 марта 1989 года. Исключена из состава ВМФ. 7 ноября 1999 года. Спущен флаг ВМФ. Корабль передан гражданскому экипажу предприятия «Севмаш». Последние 20 лет. С 1988 года лодка находится в резерве на хранении на морской базе в Северодвинске. В 2008 году начат демонтаж К-222 на «Севмаше». 23 июля 2008 года лодка переведена с ПО «Севмаш» к причалу центра судоремонта «Звездочка» для дальнейшей утилизации. 2010 год, сентябрь-октябрь. Утилизирована на ОАО «ЦС «Звездочка». Трехотсечный блок находится на плаву, неподалеку от причала номер 27, город Северодвинск. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Будет очень интересно.